Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале Энск-49. Весна возвращается, вытесняя остатки холодного северного вторжения на восток за Енисей и дальше к Байкалу. А теперь о погоде более подробно. 12 апреля в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Ночью температура опустится до минус 3-5 градусов, в дневное время потеплеет до плюс 7-9. В последующие двое суток погода также без осадков, и нас ожидает постепенное повышение температуры. 13 апреля за окном в ночные часы минус 1-3 градуса, днем 10-12 тепла. 14-го в темное время суток около 0, в дневные часы температура поднимется до плюс 13-15 градусов. Вы смотрели прогноз погоды Западно-Сибирского метеоагентства. На этом я прощаюсь и желаю отличного настроения.